Я хотел бы рассказать, как в нашей клинике происходит изготовление коронки. Ко мне пациентка пришла уже подготовленной терапевтом, то есть каналы пролечены, все подготовлено. И первый этап, который был до нашего посещения сегодняшнего второго, мы сняли слепок пациентки с этого зуба для изготовления культевой штифтовой вкладки. Так, второе посещение состоит из следующих этапов. Первый этап – вкладку культевую штифтовую, вы можете увидеть ее вот здесь схематично, она представлена, установлена уже в корень. Прежде чем установить ее, мы должны проверить, насколько она прилегает плотно к корню. Для этого мы используем, основной этап диагностики – это рентген, рентген-контроль. Мы делаем снимок, удостоверяем, что вкладка доходит своей ножкой до пломбировочного материала, что все хорошо, и затем происходит фиксация вкладки непосредственно корень зуба. Теперь нам необходимо подготовить эту культю для того, чтобы снять второй слепок уже для нашей постоянной коронки. Итак, мы обточили культю зуба, затем обточили сначала обычным бором, затем полировочным бором, для того, чтобы оттиск получился более качественным и, соответственно, коронка, изготовленная в лаборатории, более четко прилегала к тканям зуба обточенным. Сняли оттиск. Затем мы имеем культю, мы должны изготовить какую-то временную реставрацию, чтобы наши пациенты не ходили без зубов. Для этого мы используем силиконовый ключ, который мы предварительно изготовили в лаборатории. При помощи этого силиконового ключа и пластмассы мы изготовили временную коронку прямым методом непосредственно в полости рта по ключу. Изготовили, проверяем, чтобы эта коронка не мешала пациентке по прикусу. Также проверяем, чтобы она плотно прилегала к соседним зубам, чтобы пища не сбивалась. То есть делаем временное подобие постоянной коронки. Изготовили, затем заполировали и зафиксировали в полости рта на временный цемент. Третий этап, который будет у нас происходить, это замена временной коронки. Мы снимем временную коронку, померяем постоянную, опять же, чтобы удостовериться, что она плотно прилегает к окружающим тканям, к тканям этого зуба, на котором сделали, и зафиксируем ее на постоянный цемент. То есть эти три посещения – это изготовление постоянной коронки. Не пропустите новые ролики. Подпишитесь на канал сети стоматологических клиник «Президент». В детской стоматологии очень замечательный кабинет. Он хорошо оборудован. И самое замечательное – то, что есть экран с мультиками перед ребенком. Ребенок открывает рот, уже не успев сесть в кресло. Герметизация фиссур – это профилактическое мероприятие, которое направлено на снижение рисков появления кариеса. Жевательные зубки неровные, состоят из бугорочков и бороздочек. Эти бороздочки – как бутылочное горлышко, узкое входное отверстие и широкое основание.